добрый вечер! Мне всегда казалось, что появление новой жизни – это такое таинство. Оказывается, нет. Сейчас стало модным снимать роды на видео. Снял роды, потом за чашечкой кофе показал их соседям. Я думаю, что придет время, когда людям станет так скучно, что они будут показывать соседям акт зачатия. Женщины, милые, одумайтесь. Не таскайте перепуганных мужчин с видеокамерой на роды. Поверьте, для них это такое же серьезное испытание, как и для нас. Вот так. Всем добрый вечер! Привет всем! Сегодня в семье Измайловых радостное событие. Наша дорогая мамочка Танечка родит нам на свет либо Мишеньку, либо Машеньку. А снимать это радостное событие на видеокамеру буду я, твой папулька. Паша, заходите. Итак, мы заходим к нашей мамочке. Мы посмотрим, как тут наша мамочка. Федя, иди покупай презервативы! Не придумала! Папаша! Папаша, очнитесь! Я умер. Я не знаю, я акушер. Я могу сказать, только беременны вы или нет. Поднимайтесь. Привет, Сая. Сая, как дела? Пока не родила! Дайте мне обезболивающее. Нельзя. Дай мне обезболивающее. Я запомнила, как ты выглядишь. Я вас что-то найду потом. Доктор, должно быть так больно или что-то не так? Все нормально. На этой неделе мне уже угрожали 8 раз, 6 из них роженицы. Все хорошо. Что-нибудь. Папаша, готовьтесь, будете нам помогать. А что делать? Ну хотите пуповину перережете. Кричи, если больно, кричи, если страшно, кричи. Папаша, с вами все в порядке. Так, давайте выпейте для храбрости. А вы что пьете, вам же роды принимать. Мне не страшно. Кушайте! Мама! Доктор, а что у вас шапочки такие маленькие? Там? Молодой человек, это бахилы. Ура! Сегодня рожает, и снимать этот процесс буду я, чтобы потом наш малыш смог увидеть, как он появился на свет. Привет, улыбнись, передай маленькому привет. Не, ну, Киша, ну не надо в вечность так. Это улыбнись нам, улыбнись, ну. Что за суть камеру? Да. Еще тужимся, интенсивнее тужимся. Еще, ну. Отлично, тужимся. Доктор, а можно, чтобы тут она не делала? Она мне камера запотевает. Молодой человек, не мешайте, тужимся. Итак, тужимся. Дорогая, какие впечатления от первых родов? А это незабываемо. Будто бежишь по ромашковому полю. Говори прямо в камеру, как сильно ты любишь будущего ребенка. Скажи ему, пока его нет. Ну. Сынок, я хочу сказать тебе, что твой отец самое тупое создание на всей планете. Зая, тут Серега пишет, что они собираются в баре через некоторое время, как обычно. Ну, ты подойдешь? Я что-то опоздаю, да? Из меня тут люди лезут. Доктор, отойдите, пожалуйста, вы мешаете. Молодой человек, отъебите, пожалуйста. Вы тоже все нервные, я просто спросил. Кричим, мама, кричим. Уже совсем скоро. Че ты там заткнулся, а? Че ты там делаешь? Да я тут что-то нажал, не знаю что. А может, ты мне подорожник приложишь? Что ты подобила? Пожалуйста, кастрируйте. Да, да, кастрируйте. Этот рот больше не должен продолжаться. Все, это конец.
что он, наверное, что я отец. Ну ты тупица, а? Ну а кто? Ты здесь видишь еще мужиков с камерами, а? Это ж ты экономил на презервативах, чтобы купить эту видеокамеру. Вот тех же снимай, и не тренди. Любимая, ты вся вспотела, может открыть окно? Да, да, пожалуйста, открой окно, а? И вы прогни в него! Дышим равномерно. Ух ты! Любимая, Киркоров приезжает, нам предлагают билеты со скидкой. Да пусть он сдохнет! Мы, походу, пас. Молодой человек, вы можете помолчать и не мешать мне принимать роды. А вот не надо на меня орать! Вы меня сами сюда позвали? Ну, вы сами напросились. Сюрприз! Продолжаем. Ну, а пока у нас в родах наступило некоторое затишье, я хочу задать несколько вопросов людям в масках. Честно говоря, я перед ними преклоняюсь. Пойдем. Вот у нас тетя-акушерка. Тетя, скажите, пожалуйста, часто вам приходится видеть такой ужас? На моей памяти вы второй. Вот. Тишина. Кажется, ребенок... Я доктор. Что? Секундочку, подождите. У меня здесь место на диске закончилось. Сейчас сотрудник. Сейчас. Все, можем продолжать. Сейчас на ваших глазах на свет появится новый человек. Это чудо, это невероятно. Со временем он вырастет, научится говорить и, наконец-то, объяснит мне, бляха-муха, где здесь включается макросъемка. Поймешь галку? Нет, батарейка разряжается. Нет, только не сейчас. Всем добрый вечер.